Дорогой товарищ Бабичев, что вам не мется? Чего вы ко мне пристали, никак от меня не отцепитесь? У вас просто какая-то мания буквально меня обсуждать с каждым блогером российского спейса. Короче говоря, с чего вы взяли, что жены, которые выходят замуж за американцев, должны в посольстве США что-то доказывать? Вы не путаете свое политическое убежище, или там по какой вы визе убежали, или там по еврейской программе вы убегали, что вам нужно было доказывать в посольстве США, что СССР плохой, ваш Таджикистан плохой, и вам нужно каким-то местом в США убежище получать. Американским женам ничего доказывать не нужно. Мы просто выходим замуж, и все. Нашим мужьям нужно просто доказать, что они имеют достаточно финансовые ресурсы, чтобы содержать своих жен. Поэтому, пожалуйста, засуньте свой язык себе в какое-то заднее место и прекращайте, короче говоря, вот эту хрень свою натягивать. Вы явно не испытывали и понятия не имеете, что такое семейная миграция. Люди выходят замуж и уезжают по семейным визам в США, а не по вашим беженцам, хреженцам. И вот вы этим, видимо, и занимаетесь, что вы в США обсираете СССР и свой Таджикистан, и Россию, видимо, в придачу. Я уже не говорю о том, что в ваших старых видео, которые до СВО, вы вообще-то вставали на сторону Навального, отправляли народ против Путина бастовать. Так что, как бы, вам вообще надо рот закрыть и не лезть вообще в эту российскую нашу блогосферу.